Здравствуйте, с вами интернет-магазин, установочный центр FrontCam. На установке у нас Cherry Tiggo 7-го поколения в комплектации с круговым обзором. То есть камера сзади установлена, в зеркалах и спереди. Магнитола с 10-дюймовым экраном. Аккуратно все установилось, без доработок, все разъем в разъем. По коншине все работает. Открытые двери отображают. Кнопки на руле полностью все работают. Климат-контроль отображается. Штатная USB мы подключили. Один находится в нише, второй в подлокотнике. И сейчас я вам покажу круговой обзор. Он активируется вручную с помощью кнопки. То есть на нее нажимаем и переходит в камеру переднего вида. И на правой части экрана идет 360 градусов обзор. Камера переключается с помощью поворотника. Включаем левый поворотник. Соответственно, левая камера в левом зеркале. Правый поворотник в правом зеркале. При движении камеры выключаются. При включении задней передачи, соответственно, включается камера заднего вида и остается 360 градусов обзор. Магнитолу установили от фирмы White Media, серия KS, 8 ядер, 3 гигабайта оперативной памяти. С IPS экраном можно, в принципе, на этот автомобиль установить другие системы. Вот еще данные по машине, тут есть информация некоторая. И дополнительно в бардачок вывели слот под сим-карту, можно полноценно пользоваться интернетом. Заходите в Play Market, скачивайте ряд приложений. Также в этой магнитоле есть разделение экрана. То есть можно пользоваться, например, навигатором и переключать радиостанции, либо вывести тот же самый YouTube, либо музыку с флешек смотреть. Более подробно по магнитоле можно посмотреть по ссылкам в описании. Если у вас остались вопросы, обращайтесь. Спасибо за обзор и удачи на дорогах!